Доброе утро, друзья! Мы приближаемся к заключительной части нашего кругосветного путешествия. Мы приближаемся к концу этой части нашего европейского тура. Последний город называется Дамарьян. Приехали мы, а города нет. Что делать? Есть только поля, ребят. Ну как нет города? Вот раз дом, два дома и сарай. Сарай как раз будем играть, ребят. Даже сами французы не знают о существовании города Дамарьян. Гог, расскажи, пожалуйста, почему мы здесь? Ну, потому что я решил немного пошутить и показать вам город. И продавать билеты на наше выступление белкам. Белкам и железной собаке. Ребят, там железная собака, к ним обязательно сходим, потому это что это единственная достопримечательность этого города. Это же зеленый концерт, это же должно быть смешно. Да, ребят, ну... Тебе смешно? Мне хорошо, на самом деле. Короче, ребят, мы в Дамарьяне. Гостеприимный город раскинул свои просторы направо и налево. Мы можем здесь видеть главную улицу, а также городскую ратушу и... Сарай. Ну, вот я хочу заметить, что еще должно быть обязательно в городе? Я хочу заметить, что сама Эдит Пиаф спела своей песней про Дамарьян. Она спела Дамарьян. Кто-то слышит что-то другое, но по факту она спела про Дамарьян. По факту, да. Скорее всего, вот эта вот железная собака – это памятник Эдит Пиаф. А она родилась вон в том сарае, вероятно. Да, ребят. В одном из трех строений города Дамарьян. Ребят, достопримечательностей в городе немного, поэтому будем рассматривать все по отдельности. Это ящики с какой-то... Сюда кидают бычки горожане. Матьё, это наша гримерка? Да. О, отлично. Ребят, ну, посмотрим на клуб. Салют? Да. Антон, площадка большая, все белки поместятся, ребят. Все 15 белок. И 2 оленя продали. А? Кемпинг продали. 4 белки и 2 оленя купили. Билеты. Главное, чтобы опоссум не пришел, потому что не купить не потому надо. Что, потому что опоссум, обоссум. Почему такая дискриминация? Здесь как бы всем рады на самом деле. А это сугубо, потому что похоже по произношению. Придет этот самый грязный голубой опоссум. Грязный майк с пацанами. Короче, ребят, значит, в одном доме получается у нас клуб, а во втором доме у нас получается гримерка. И вот, ребят, вот пометуя вообще старые добрые времена, помните вообще Орландину? Здесь два дома в городе, а мы находимся на бэкстейдже. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть два холодильника, ребят. Пока пусты. Ни хрена не пустых. Холодильник с пивом, ребят. Водка, чайник, кофемашина. Салфетки, фрукты. Есть гок лежащий. Ребят, три мягких дивана. Куча винчика, полотенца, ребята, утюг, есть стиральная, мать вашу, машина, ребят, даже с порошком и сушилка, зеркало есть. Ну вот, как вообще, что ты можешь сказать об этом? Егор, даже смотрите, Wi-Fi, у меня есть даже пароль от Wi-Fi. Даже Wi-Fi здесь есть, ребят. Значит, ребят, в домике, в котором у нас расположена гримерка, находится станция, которая руководит вот этой вот маленькой дамбой. Смотрите, уровень воды насколько разный. Ну, собственно, весна, а что? А там все перекрыто, ребят. Хотя пованивает на самом деле, не очень приятно. Да, нормально. Ты видел, как у нас в машине подванивает? Ну, в машине у нас подванивает французским сыром, которого мы накупили в достатке. А как будто пердежное царство, честное слово. Ну, пердежное царство, я думаю, тоже имеет место быть. Смотри, Гок, можно после концерта, если будет особо жарко, производить заныр, например.
крутить? Выше, там ниже. Там, значит, ниже, там ниже. Теперь на концерт идут даже 4 девки и 2 оленя. Жрать охота. Ну, там пиццы готовят. Что там, кухня? Офис. Там, походу, кухня. Есть охота. Давай это... Что-нибудь спирим? Заниматься разбоем. Ну, а чем мы сюда приехали? Чем мы еще заниматься? Музыку, что ли, играть? Твори хуйню, мы здесь проездом. Это точно. Дмитрий Юрьевич, какие прогнозы по звуку? Слушай, неплохие. Смотри, как здесь глухо, все завешено, и колонок стоит много. Много. Достаточно. Ожидалось, что... А где сабы? Нижний. Нижний, все, понял. Ожидалось, что их здесь две на сторону. Один сап, один топ. Ну, ребята, приятно. Слушай, ну вот прекрасно, а что? Клуб радует. Осталось дождаться белок. It's normal cover. Surprise, I don't know. Ребятки за загревающей командой. Мы зовем они будут... чумазые. Да, мы зовем их чумазики. А почему мы их так зовем, вы поймете попозже. Посмотрите, какой туалет в шатре. Это сельский клуб. В окне над нашим бэкстейджем вдруг запели девки. И что-то застеснялись, как камеру включил. Пойду осматривать окрестности города для Мальян. Это единственная достопримечательность этого города, ребят. На самом деле я объясню вам наличие этой собаки. А что это вообще за город и почему мы здесь? Здесь в Домарьене проходит фестиваль, очень знаменитый французский фестиваль, который называется Chien de Plume, короче, собака в перьях. Почему это собака в перьях? Кто вообще такое придумал? Я не знаю. И никто здесь не знает, даже организаторы. Вот. Но фестивалю там какая-то хреново 1000 лет уже. Ну, то есть в районе типа 20 там лет проходит ежегодно. Мы здесь играли на Chien de Plume. Вот. Ребята позвали нас еще раз. Видимо, сюда приедут люди, которые в курсе. Здесь какая-то своя прикормленная тусовка и так далее. Вот. Так что мы ждем не только белок и лосей. Вот, еще и предполагаются живые люди. Ну и, в принципе, сделано здесь реально все очень круто, потому что, ну, для такого сельского клубешника здесь все прокачано прямо по максимуму. Мы, парни, короче, отчекались и решили поехать в гостишку немножечко погнить. Потому что... Бля, В этих сарайчиках достаточно холодно. Мы решили пойти погреться. Строго наверх, ребята. Какой-то симпатичный маленький отельчик. Сейчас происходит дележка номеров. Кто синглы, кто даблы. Кто туда был, кто сюда был. А у кого ключи? А мне вот срать. Где отгнивать? Дим Гидович, как тебе в целом? Отлично, мне очень нравится это место. Получается? Прекрасно получается. Ну и, ребят, традиционный обзор номера. Подставочка под карточку. Включает свет, ребят. Это для того, чтобы когда ты ушел, ты здесь до пиздричества не оставил. Поэтому ты не можешь оставить на зарядке телефон или, например, аккумулятор и уехать на площадку. Это неудобно. На кровати лежит ГОК. Это удобно. Он теплый. Значит, водичку, кольца и апельсины принес с собой ГОК. У него есть маленькая
лампа, но нету Wi-Fi, судя по всему. Судя по серьезному выражению лица Гока, Wi-Fi нет. Зато есть вторая кровать. Это хорошо. Есть телефон. Можно позвонить на ресепшн и узнать, где Wi-Fi. Блять, нет Wi-Fi. Гок сейчас. Мерде! Мерде. Ну, санузел такой. Путан до мерде. Средненький. И что ты планируешь предпринять, Гок? Э? Что ты планируешь предпринять, Гок, в связи с этим? Что? 6.50 снизу. 6.50 снизу. Есть Wi-Fi. В общем, Гок пошел искать Wi-Fi, а я пойду монтировать ролики. Ну что, ребят, вечереет, а это значит, что нам пора ехать в клуб и делать последнее шоу в этой части тура. Ребят, сегодня Демариан. Надо рубануть хорошенько. Мы вернулись, ребят, на площадку с целью пожрать. Вот, а пока мы отгнивали в гостинице, разогревающая команда обмотала колючей проволокой всю сцену. Ну, ребят, пилим лазанью, заедаем багетом, французской булкой, как любит поправлять меня Агриппина Поликарповна. А Дмитрий Юрьевич есть не хочет. Он хочет втянуть щечки, потому что с новой прической... Да я любя, нет. Вообще, может, даже это вырежу, а может и нет. Смотри у меня. Буду звучать на следующем концерте как Beatles. Но монтировать я это буду после концерта, ха-ха. Вот, короче, ребят, кстати, очень вкусно. Мой любимый клуб. Это гастрономическая часть блога, неотъемлемая, которую мне сказали, надо вставлять в блоге. Гок, как тебе лазаница? Глазанью люблю. Но местная глазанья отличается свежестью и прекрасным вкусом. А знаете что? Она не только, так сказать, дарит насыщение нашему телу, силу, но также и тешит вкусовые рецепторы. Я смотрю, ты приправил. Будешь? Я смотрю, ты приправил какой-то зеленью, да? Руккола. Вон там в чане стоит. Короче, ребят, вкусно. Не знаю, как вести кулинарные блоги. Мне нравится, что. Ну что, парни, надо пойти посмотреть на разогревающую команду. Идешь со мной? Смотреть на чумазиков? Пойдем. Ребят, мы на самом деле играли уже с чумазиками в Париже. Люблю, когда моя конфетка у тебя за щекой. Здесь пойдем? Ой. Ну, конечно, здесь. Че нам здесь не пойти? Слушай, а че, народ-то подрулил, кстати. Там до себя народ. Поворачивай. Привет! Это последний гиг от Little Big. Yeah. Мистер Клон. Oui, monsieur.
как дела? Я рад. Сейчас мы сыграем последний концерт в этом, в этой части тура. И поедем отдыхать. Ну да. Скоро увидимся, хулиганчики. 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 Ну что, ребятки? Концерт начнется буквально через несколько секунд. Эти магические минуты, да? До выхода на сцену. Ребят, сейчас пойдет первый. А где там место за сценой есть? Справа? Да, лево. А, лево? Да. Вот за ней. А, это там сцена, место. Сцена здесь. Сцена здесь. А здесь можно стоять. Смотри, смотри, если хочешь. А куда мне идти? На колонку. Туда, да? На колонку. Я тебя понял. Ну что, ребятки, последний концерт этой части тура Евротур 2016. Ребята, сейчас порвут нахер это место. Как называется этот клуб? La Niche. La Niche? Да. Окей. Счастлив, что ты от нас отделался, наконец. Отделался? Отделался. Ну, что ты нас сейчас отправишь, ну, и поедешь, да, домой. Мы тебя достали? Не, я же счастливый, но я тоже, как сказать, сад. Тебе грустно? Грустный, да. Василий, ну что, скоро увидимся в мае. Да. Май уже через очень мало месяцев. Да. Сентябрь, октябрь, а потом май. Короче, хулиганчик. Любим тебя. Пока. Это старый-то поднабрался, вообще что-то колбасит его прям. Слышишь, дед, ты ж уже старый. Тебе ж уже за полтинник. Ребят, летим домой, настроение хорошее, так сказать. Поднакиданное. Поднакиданное чуть-чуть, да. Не без допинга, конечно. Снижаемся, ребят. Ленинград.